Минэкономразвития опровергло слухи о введении нового единого налога. Напомню, 30 июля на портале нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог со ставкой 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов – на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов. Документ активно обсуждали в интернете несколько дней. Однако Минэкономразвития выпустило официальное сообщение, что предложение поступило от обычного гражданина, и его опубликовали в рамках формальной процедуры. Ведомство обязано поступать так со всеми инициативами. Но на официальном уровне введение новых налогов никем не обсуждается.